создать домашний уют холодными осенними вечерами можно с помощью вкусного и сытного ужина. А что может быть вкуснее нежнейшей горбуши, приготовленной под солнечным маринадом из моркови? На самом деле ничто так не поднимает настроение, как вкусная еда, и вот специально для вас один замечательный и при этом довольно простой рецепт горбуши в маринаде с морковью. Казалось бы, в этом блюде нет ничего особенного, но такая рыбка получается действительно очень вкусная, нежная и солнечная. С этим рецептом приготовления горбуши в маринаде с морковью вы не только моментально поднимете себе настроение, но и порадуете домашних замечательным ужином. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подписавшимся, больше вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Горбуша 1 кг, морковь 3 штуки, лук репчатый 2 штуки, мюка 2 столовые ложки, крахмал 2 столовые ложки, уксус 70%, 1 чайная ложка, перец черный горошком 5-6 штук, лавровый лист 1-2 штук, масло растительное 2 столовые ложки для жарки, перец черный молотый по вкусу, соль по вкусу, количество порций 6-8. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Друзья, до новых встреч!